Бог Отец, я благодарю Тебя за каждого зрителя, за каждого, кто слышит звук моего голоса. Прямо сейчас, во имя Иисуса, мы берем власть над всякой болезнью, над всякой немощью и над всякой болью. Прямо сейчас мы приказываем болезням и немощам уйти из вашего тела во имя Иисуса. Я вижу, как мозг обновляется, и функции нейронов возвращаются к людям во имя Иисуса. Болезнь Альцгеймера уходит, болезнь Паркинсона уходит. Тем, у кого артрит, мы высвобождаем ваше тело, силу Божью. Мы прогоняем все, что связано с артритом, всякую боль, всякое воспаление во имя Иисуса. Мы приказываем связкам и суставам двигаться во имя Иисуса. Господь, я благодарю Тебя, что Твоя исцеляющая сила действует в наших сестрах и братьях, от макушки головы и до подошвы ног. И самая малейшая болезнь и немощь от них отступает. Боль уходит. Скованные суставы обретают свободу прямо сейчас. Мы говорим слова жизни органам, которые перестали функционировать. Я провозглашаю полную работоспособность каждого органа вашего тела во имя Иисуса. Мы приказываем уйти каждому обманчивому симптому из преисподней. Женщины, получите свободу от дряхлости прямо сейчас. Я вижу женщину, у которой проблемы со спиной. У нее сколиоз, но сейчас эти позвонки выпрямляются. Они выпрямляются и выравниваются. У кого-то растут новые кости. У кого-то пустоты в костях и слабость. Это остеопороз, но прямо сейчас ваши кости становятся сильными. Тот, у кого проблемы с коленями, получает новые колени. Там, где ваши кости терлись друг об друга, появляются новые кости. Так заменяет колени Дух Святой. Господь, спасибо Тебе. Спасибо, что Твоя сила течет через нас, и я вижу это во имя Иисуса. Прямо сейчас я хочу провозгласить конец бесплодию. Есть женщины и женатые пары, которые много лет безуспешно пытаются зачать ребенка. Части вашего тела были удалены, какие-то органы не функционировали, но сейчас Бог творит созидатель. Чудо. Яйцеклетки возвращаются к жизни. Прямо сейчас мы провозглашаем здоровье и целостность вашей репродуктивной системы и благословляем плод вашего чрева во имя Иисуса.